под председательством вице-министра информации и общественного развития Булата Тлепова состоялась встреча с представителями неправительственных организаций. На совещании обсуждались вопросы о ходе выполнения проектов, реализуемых по заказу министерства. Булат Тлепов отметил важность взаимодействия в решении социально значимых проблем. Быть грантополучателем – это не только большая ответственность. Все проекты, в которых работает Центр поддержки гражданских инициатив, очень важны с точки зрения социальной нагрузки, отметил вице-министр. При выполнении задач в рамках проектов НПО сталкивается с различными препятствиями. На совещании были озвучены именно эти вопросы и рассмотрены пути их решения. Наша главная цель – законодательная поддержка общественных организаций НПО в целом граждан. В свою очередь представители НПО проинформировали о ходе реализации проектов, направленных на поддержку населения в сферах здравоохранения, правовой и психологической помощи, системы общественного контроля, волонтерской деятельности, сохранения исторических и культурных объектов, социального предпринимательства, медиации. Мы разделили программу «Рухани Жангару» на возрастные категории. Основную работу мы возложили на молодежь, потому что старшему поколению говорить о духовном возрождении не приходится, потому что они те, кто получил знания, и их задача – воспитать нравственное поколение. По итогам совещания была проанализирована работа неправительственных организаций, высказаны предложения представителей гражданского сектора. Также были заслушаны актуальные вопросы и рассмотрены пути их решения. Кулеш Умурзакова, Ернар Сигизбаев, 77 News.